Человек не может быть злым от природы. Мы рождаемся, как чистый лист. Все, что мы можем сделать, это научиться различать зло и противостоять ему. Ты поедешь в школу-интернат, где ты сможешь начать все сначала и стать тем, кем должен быть. Пообещай, что станешь. Обещаю, мама. В школе есть правила, и мы их строго соблюдаем. Старшеклассники наставляют младших. Мы называем это взаимным просвещением. Я видел, как на обеде парни били по лбу. Да, такое часто бывает. Почему? Так все устроено. Проверка! Напоминаю, что во время проверки ты должен стоять и не двигаться. Что за чушь? По решению совета вы наказаны за неповиновение. Я Мария. Эрик. Как ты тут оказался? Думаю, это не имеет значения. Главное, что однажды нас здесь точно не будет. Сколько повторять? Убери локти со стола! Этой школе нужен настоящий бунтарь. Тот, кто сможет восстать против системы. Я не понимаю, что с тобой не так, парень. Неужели это так сложно? Просто заткнуться и делать то, что тебе говорят. Как ты выносишь эти побои? Это неправильно.